Могу вам сказать, что мы прошли очень непростой путь, но вы видите, что та эффективная работа, которая была в последние 10 лет, которая была осуществлена нашей командой, она продолжается сегодня. Прежде всего, в чем я вижу свою основную задачу, это, конечно, продолжить то, что мы начали. Вы видели, что за последние 10 лет город разительно изменился. Из серого такого города, угрюмого, он превратился в город, который совершенно сегодня другой. Это светлый город. Это город, который лучше, чем все остальные города Украины. Сегодня наша основная задача – сконцентрироваться полностью на жилищно-коммунальном хозяйстве, сконцентрироваться на районах и на внутридворовых территориях с тем, чтобы их привести в порядок. Приходит к нам, к людям, которые живут в этом дворе, которые живут в нашем городе, которые уважают его, слушают. Он пришел к нам, с нами беседует, и мы можем обратиться к нему с просьбами. И нам это очень важно, что он доступен людям. Барьера вот этого нет, этого, допустим, что нельзя, вот он руководитель высокий, там, далее. А он что, доступен, приходит к людям, просто его двор общается, ну и слушает нас, и помогает нам. В всяком случае, мне приходилось обращаться, и была оказана помощь. Я думаю, что порядок будет, потому что работал с Кернесом. И я думаю, что он научился работать, и будет работа. Берется ж вот. Берется, делает. Я думаю, что все будет в порядке. Главные новости Харькова. Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.